В Бресте и Гомеле прошли республиканское первенство среди детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. И в первом случае среди спортсменов возрастной категории 2003 год рождения и моложе, а на втором турнире среди ребят 2005 года рождения и моложе отличились воспитанники Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, подопечные тренеров Елены Ивановны Бутковской и Виктора Кузьмича Карпова. Последние соревнования у нас были в Бресте и в Гомеле. Это было первенство республики старших юношей и в Гомеле младшие юноши. За эти соревнования мы насобирали 6 медалей. И что удивительно, как обычно мы начинаем сезон очень тяжело, из них одна серебряная и 5 бронзовых. 5 четвертых мест. Буквально у порога на пьедестал. Ну, в принципе, я не считаю, что это провалом, это нормально, у нас нету манежа. Сейчас мы едем на сборы, я думаю, эти медали мы переплавим в более серьезный металл. Кто из воспитанников Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва произвел на Виктора Кузьмича самое яркое впечатление своим выступлением на республиканском турнире? Это Давыденко Ольга. Она вообще всех удивила, всю республику удивила. Она самая юная была, но не побоялась возглавить бег в таком быстром темпе, что, в принципе, все ходили, поздравляли, и она попала в номинацию, стала третьей. И Макеев Вячеслав, он победитель Балтийских игр, он тоже в возрасте младший, но бодается со старшими наравне и выигрывает. Кроме вышеназванных легкоатлетов, медали республиканского турнира завоевали Анастасия Лев, третье место на дистанции 1500 метров, Кирилл Нихайчик, бронза на 800 метровке и медаль такого же достоинства у Тимофея Змушко. Он прибежал третьим трехкилометровый отрезок.